Правоохранители задержали группу иностранцев, которую обокрали квартиру одесситки на сумму почти 1 000 000 гривен. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области. 46-летняя женщина обратилась в Шевченковское отделение полиции, сообщив о краже ее имущества. Сотрудники в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что к преступлению причастны 27, 36 и 45-летние выходцы из стран Кавказского региона. Подозреваемые подобрали ключ входной двери, проникли в помещение 46-летней женщины и вынесли сейф с деньгами и драгоценностями на сумму почти 1 000 000 гривен. В автомобиле, на котором правонарушители скрылись с места происшествия, полицейские изъяли часть имущества заявителя, отмычки к замкам и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. На теперішній час фігурантам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбачено частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування про порушника помічено під варту. За кражу в особо крупных размерах подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.